церковь, воздай славу Богу. Прекрасное присутствие, Его слава здесь. Он наполняет нас. Его присутствие меняет нас. Спасибо тебе, Иисус. Amen. Воздай ему еще раз славу. Give him a shout of praise. Thank you, Jesus. Присаживайтесь, благословите друг друга, те, кто рядышком. You may take a seat, bless someone who's next to you. Приятно быть все вместе опять. It's wonderful to be here together again. Знаете, когда начинается такое поклонение, неохота останавливаться. You know, when worship like this starts, you don't really want to stop. Wow. Thank you, Jesus. У нас, похоже, продолжение следует, да? Apparently, we are continuing. Вчера растаскивали всех. Yesterday, we were dragging people out of here. Окей, слава Иисусу. Praise to Jesus. Прекрасное присутствие. Wonderful presence. Он меняет жизни. He's changing lives. Wow, thank you, Jesus. Просто пребывайте в той же атмосфере. Just remain in that same atmosphere. Перед тем, как я передам микрофон Джеффу. Before I will pass the mic to Jeff. Дорогие, давайте мы сделаем, давайте благословим вот это место. Let's bless this place, the center. Дорогие мои, за эти годы, я так скажу, вы должны полюбить это место. Потому что столько реально мощных служителей было здесь. И чтобы мы могли продолжать это делать, ты не уйдешь от финансов. Leave the finances out. За все отвечает серебро. Everything has to be paid for. Поэтому, дорогие, просто сегодня с любовью дай. Today, give with love. Реально, просто for понимая real. То, что если это место не будет, не будет того, что мы делаем. Поэтому открой свое сердце. So open your heart. И, я так скажу, возьми конверт. And do take an envelope. И посей сегодня. And so today, держите руку. Вот, keep holding держите, your hands up. Если вы хотите, чтобы вам дали конверт. If you want an envelope. Если вы выписываете чек, if you're writing checks, выписывайте на Transformation write Center. To Transformation Center. Oh, thank you, Jesus. Серьезно, меня накрывает. Seriously, I'm like blasted by мне the glory. Мне сейчас неохота собирать никакое пожертвование. I really don't want to gather up the offerings right я now. Я хочу валяться просто в присутствии Бога. The presence. Wow, thank you, Jesus. Whew. Спасибо, Иисус. Вы это чувствуете? Do you feel it? Wow, it's all over here. Whew. Будто отсюда ангелы не уходили, они здесь ночевали. As if the angels never left, they just slept here or spent the night here. Thank you, Jesus. Wow. Поэтому давайте сделаем пожертвование. So let's take up the offering. И просто будем продолжать and we'll continue течь just flow в этой новой атмосфере. In this new atmosphere. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Мы молимся за тех, кто смотрит we нас pray в онлайне. For those that are watching us online. Пусть эта же атмосфера let the same atmosphere наполнит дома. Fill homes. Там, где ты находишься, офис, машина. Those where you are, пусть wherever через you are at, твой компьютер и телевизор, TV or your computer, через твой мобильный телефон, phone, просто слава Богу ворвется сейчас. И эта атмосфера пропитки Богом being totally infiltrated by God. Она посетит тебя, it will visit you where you are at. Поэтому мы молимся за всю нашу онлайн-аудиторию. I'm praying for our all online audience. Мы любим вас. We love you. Мы не забываем о вас. We don't forget about вы часть you. Нашей семьи. You are a part of our family. Спасибо тебе, Иисус, thank за каждого, you, Jesus, for everyone, кто находится с нами. That is with us. Amen. Что-то новое идет на эту землю. Something new is coming to this earth. Бог поднимает личности и чести. People of honor. Мне так понравился вчерашний месседж. I really loved yesterday's message. David, thank you. Спасибо, Дэвид. Как нам нужна реальность. We really need the reality. Как нам нужна we правда, really need церковь. Truth, church. Сколько сейчас how поднимается many бредней. Just fakes are being they're coming up. Сука, поднимается маразма в теле. Nonsense, silly things in the body.
Люди не верят в то, что нужно уплатить цену. People don't believe that you have to pay a price. Мне так нравится, когда приезжают сюда такие люди, как Джефф, Дэвид. I really love when people like Jeff and David come here. И все, кто был здесь. And everyone that was here. Они говорят не только о своей успешной жизни. They all speak not only about their successful life. Они говорят о смерти, о боли, о кошмаре, через которые они прошли. And the horrible things that they had to go through. Чтобы быть здесь и делать то, что они делают. And to do what they're doing. Поэтому я так благодарен Богу за таких реальных людей, как Дэвид, которые просто приходят и просто говорят в лицо правду. Им плевать на сколько соберут для них. Я устал от этих хороших проповедников, которые работают на пожертвование. Боже мой, освободи нас от этого маразма. Нам нужны люди, которых суппортирует Бог. И они имеют власть they приносить реальность в тело. To bring the reality into the body. О, спасибо Богу. Давайте воздадим славу Богу за этого прекрасного человека. Дэвид, thank you. This wonderful person, David. Спасибо. Thank you, Jesus, for спасибо people Иисус like that. За таких людей. Thank you. Спасибо. I mean it from the bottom Серьезно, of my heart. Я это говорю от глубины сердца. Я это имею в виду. I'm not kidding. Я не шучу. Отец, спасибо Father, тебе за каждую жертву. For every offering, for every gift. Я благодарю тебя I thank you за всех, for everyone, кто понимает, что такое жертва. That understands what is it really to give, to спасибо sacrifice. Thank you. За все благодарим тебя. We thank you for everything. Amen. 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 Нету коротких путей no в призвании и в помазании. Calling, нету коротких there путей. No shortcuts, I love that message. I'm still in it. Я серьезно люблю это слово. Хорошо, давайте пригласим Джефф. Okay, please welcome. Jeff. Добро пожаловать. It's you. Это ты. Yeah. Yeah. Same here, man. I just want to be on the floor. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Man, that song, Lana. Серьезно, это Светлана, это песня. Lana, that song, where'd she go? Светлана, где Светлана? That song wrecked me. Эта песня полностью потрясла меня. I think we're going to get wrecked today. Я думаю, нас сегодня полностью Бог накроет. How many want to get wrecked? Кто из вас хочет покрыться Божьей славой? How many want to get born again again? Кто хочет опять родиться свыше? How many want to get resurrected? Кто из вас хочет воскреснуть? How many want to die? Кто из вас хочет умереть? Put your hand up if you want to die. Поднимите руку, если вы хотите умереть. I want to die. Я хочу умереть. I want to die. Я хочу умереть. I want to die. Я хочу умереть. And let him live. И позволить ему жить. Oh, you're going to die, all right. А, да, да, вы умрете. Yeah, if you could just keep those down, just atmospherically. Просто выключите свет, пускай будет атмосфера. I want to go off of that of the scripture. Я хочу пойти вместо Писания. We're going to minister to everybody in here today. Мы будем служить всем сегодня здесь. And it's going to be amazing time. Это будет прекрасное время. And listen, you have to let your defenses down. Вам нужно отпустить все ваши. You've got to let everything down. Стражи, все, что вы, чем вы себя покрываете. You don't get anything by intellect. Ты ничего не получаешь через интеллект. God does not need your intellect. Богу не нужен твой интеллект. Your intellect is small. Интеллект твой, он маленький. Listen, we are small. Слушайте, мы маленькие. We are small. Маленькие. But we are all powerful. Но мы все you сильные, understand понимаете? That. The way to power is not through intellect. Как добраться до силы? Это не через интеллект. We don't get anything through intellect. Мы не получаем ничего через интеллект. We can understand some of the mechanics. Мы можем понимать некоторые вещи, механизмы. Of the kingdom of God. Царство Бога. But Jesus told Nathanael. Но Иисус сказал Нафанаилу. He said, Nathanael. Сказал Нафанаил. You must become born again. Тебе нужно родиться опять, заново, in order to see the kingdom. Чтобы увидеть царство.
That's not a salvation scripture. Это не место для спасения. We as Pentecostals, мы как пятидесятники, use that scripture to talk about being saved. Говорим это насчет того, чтобы получить спасение. That scripture is not about salvation. Но это место писания не говорит о спасении. Jesus told Nathanael. Иисус сказал Нафанаилу. Nathanael. Нафанаил. Said you must be born again. Он сказал, тебе нужно родиться заново. In order to see. Чтобы видеть. Natural is natural. Натуральное это натуральное. Spiritual is spiritual. А духовное духовное. You must be born from above. Тебе нужно родиться свыше. In order to see. Чтобы увидеть. The kingdom. Царство. Unless you're born from above. Если ты не рожден свыше. You cannot see. Ты не можешь видеть. It's not about salvation. Это не насчет спасения. It was about seeing the kingdom. Было насчет видения царства. It's about seeing the kingdom видеть manifest. Царство проявленным. And God does not need our intellect. И Богу не нужен наш интеллект. He needs us to be filled with the Holy Spirit. We were designed to be just like him. We were designed to live in full capacity of God. Our problem is we try to figure things out. We try to wrap our minds around everything. In other words, if I understand it, I can have it. If I can see it, I can believe it. Now God says you believe it and you'll see it. Но Бог говорит, ты поверишь, тогда увидишь. You just believe. Ты верь. Check your mind at the door. Оставь свой разум в дверях. You need an encounter with the living God. Тебе нужна встреча с живым Богом. You need to be filled with the Holy Spirit. Тебе нужно быть заполнен Святым Духом. Forget about your understanding. Забудь насчет своего понимания. Forget about your intellect. Забудь свой интеллект. You get possessed by the Spirit. Нужно быть полностью охвачен Духом. You get possessed by God. Когда ты полностью and your mind will Богом, peel back. Твой разум like an onion. Как лук. Layer after layer. Слой за слоем. And you'll see. Ты увидишь. You'll see. И ты увидишь ангелов, like Jesus said, как Иисус сказал, которые поднимаются и спускаются. Moving in a meeting, в нациях, they'll come to you, они придут к тебе, you're possessed, потому что ты полностью охвачен Духом. I'm possessed. Я полностью захвачен. I'm possessed by a spirit. Одержим Духом. I am, I'm fully possessed. Я полностью одержим. I'm possessed. Одержим. I'm a possessed man. Одержимый человек. I am possessed by a spirit. Духом. The Holy Spirit. Святым Духом. I am possessed. Я полностью одержим. Possess me, Holy Ghost. Полностью захвати меня, Святой Дух. I am your inheritance. Я есть твое наследие. I am your church. Я твоя церковь. You are his church. Ты есть его церковь. Not this building. Не это здание. This building is not the church. Это здание, это не церковь. This is the place where the church meets. Это место, где церковь собирается. This is where a church comes. Это там, где церковь приходит. To give him praise. Отдать ему всю славу. To give him glory. Отдать ему славу. To give him honor. Честь. And then when that happens, и когда это происходит, he comes. Он приходит. He comes. Он приходит. And he settles down upon the praise. И он садится на эту хвалу. He comes with all of his kingdom. Он приходит со всем своим царством. He comes with all of his power. Приходит со всей своей силой. He comes with all of his glory. Со всей славой. And he will fill you to overflowing. И он заполнит тебя до такого, что ты будешь изливаться, переливаться, когда он полностью захватит тебя, полностью тебя. Like he did with Gideon. Как это он сделал с Гидеоном. Judges chapter 6. Судьям 6. Verse 16. 16. And the Spirit of the Lord. Put Gideon on like a glove. Одел Гидеона как перчатку. And he took full possession of him. Он полностью захватил его. The Spirit of God, when he takes full possession of you, когда он полностью захватывает тебя, oh, you'll see all right. Ага, ты увидишь. You'll see all right. Ты увидишь. So our job, наша работа, is to be possessed. Это быть полностью одержимыми. Try preaching that in some churches. Попробуй проповедовать это в церкви. Jesus died for that. Иисус умер за это. Paid the ultimate price. Заплатил самую великую цену. He paid the ultimate price. Заплатил самую великую цену. In blood. В крови. So that you could be filled. Чтобы ты мог быть заполнен. So that we could be possessed. Чтобы мы могли быть полностью одержимы. Oh, the blood of Jesus. Кровь Иисуса. Oh, the precious sacrifice. Драгоценная. No shortcut to the cross. Hallelujah. Нет никаких коротких no путей shortcut к Христу. To the cross. Нет коротких путей Not к Христу. Just a little bit of death. Не просто чуть-чуть смерти. Полностью. I want to die. Я хочу умереть. Lord, I want to die. Господь, я хочу умереть. Jesus, I want to die. Иисус, я хочу умереть. I want to die. Я хочу умереть. I want to die. Я хочу умереть. So that you will live. Чтобы ты жил. Your life in me. Твоя жизнь во мне. Your life through me. Твоя жизнь через Not меня. My will. Не моя воля. Lord, but your will. Господь, но твоя be воля. Done. Да будет. I want to be poured out. Я хочу изливаться.
oil. I want to be poured out like wine. I want to be poured out like water for the broken, for the hungry, for the thirsty. Oh God. Wow. I've got four scriptures. У меня есть четыре места Писания. I'm going to read this morning. Я прочитаю сегодня утром. Don't hold me to that. Ну, не обещаю. As we were singing the song. Когда мы пели песню. Jesus is the firstborn from the dead. Иисус, он первенец из мертвых. All glory and honor. Вся слава и честь. Give me a little bit more on this microphone. Можно мне чуть микрофон погромче? He's the firstborn from the dead. Он первородный из мертвых. Подумайте насчет этого. He's the firstborn from the dead. Он первородный из мертвых. I want to read Revelation chapter 1. Я хочу прочитать Откровение, первая глава. I just want to start here this morning. Я хочу начать отсюда сегодня утром. I feel the spirit of revival. Я чувствую дух пробуждения. God wants to resurrect you. Бог хочет воскресить тебя. And He is. И Он это делает. But you gotta check your brain. Но тебе нужно проверить твои мозги. You gotta forget about yourself. Забыть себя. He wants to use your emotion. Он хочет использовать твои эмоции. He wants to use your mental faculties. Он хочет использовать твой ментал. He wants to take control of your body. И также твое тело. He wants to possess you. Он хочет полностью захватить тебя. Possess you. Полностью захватить тебя. In order to do that. И чтобы это сделать. You've gotta stop acting like Russians. Тебе нужно перестать вести себя как русские. Don't act like Russians. Не веди себя как русский. Don't act like Americans. И также не веди себя как американец. We need to stop acting like Americans. Нам нужно перестать вести себя как американцы. We need to start acting like sons. А нам нужно вести себя как сыновья. Stop acting like human beings. Перестань вести себя как человек. Like mere human beings. Как простой человек. Paul rebuked the Corinthian church. Павел, он говорил церкви в Коринфе. He said, stop acting like mere human beings. Перестань вести себя как простые люди. He said, you are not mere human beings. Вы не простые люди. You are supernatural. Вы сверхъестественные. You're filled with God. Вы заполнены Богом. He's in you. Он в тебе. Stop acting like перестань a mere вести human. Себя, как будто ты простой человек. Above the animal kingdom. Это stop acting that way. Перестань вести себя так. Перестань. It's a choice. Это выбор. You say, well, how do I do that? А ты говоришь, а как это сделать? I don't want to be in this place. Я не хочу быть в этом месте. Check your mind at the door. Оставь свой разум при дверях. Some of you got too many doctrines. Некоторые из вас имеют много доктрин. Too much theology. Столько теологии. Too much thinking. Сильно много думать. Not enough Holy Ghost. И не хватает Святого Духа. How's that working for you? А как это работает для вас? Stop thinking. Перестаньте думать. Oh, but we gotta read the word. Но нам нужно читать gotta слово. Have the word. Нам нужно слово. Yeah, you gotta have the word. Да, надо слово. The word is a person. Слово это человек. He's a person. Личность. Это He's личность. Not a theology. Это не теология. Stop thinking. Перестань думать. And engage the person. Встреться с этим. His eyes are fire. Человеком у него глаза огня. Flames of fire. Огонь. God's gonna mess us up today. Бог полностью сейчас покроет I can feel нас Jehovah сегодня. Sneaky. Я чувствую Джахова, который, то есть Егова, который can, сейчас. I can feel Jehovah mess you up. Придет и полностью покроет нас. He wants to burn you. Он хочет, чтобы ты горел. He wants to fry you. И так, он хочет полностью. He wants to possess you. Зажарить тебя. He wants to knock you off your donkey. И также скинуть тебя с твоего осла. Hallelujah. He wants to knock you off your donkey. Скинуть тебя с твоего осла. And onto your keister. И на твою заднее место. Word? I don't care. Is it, and onto your butt. На твою задницу. He wants to knock you off your donkey like Paul. С твоего осла, как с Павлом было. I'm not going to say it, but he wants to knock я you. Я не буду это говорить, но серьезно, on он хочет butt. Это сделать, чтобы упал на свою задницу. Man, I'm feeling bad. I'm feeling naughty. Я чувствую себя плохо. All right. Какое? Хорошо. Revelation. Откровение. Chapter 1. Глава 1. Verse 4. 4. Says this. Сказано вот это. I've got to tell you what the Holy Spirit just told me. Мне нужно сказать вам, что только что сказал. This is what He's telling me right now. Это то, что мне говорит сейчас. And if you listen to me right now, если ты слушаешь меня сейчас, you'll walk out of this building changed. Ты выйдешь из этого здания полностью измененным. You'll walk out of this building changed. Выйдешь из этого здания измененным. Listen to me now. Слушай меня сейчас. You're not Christians. Вы не христиане. I don't want to be a Christian. Я не хочу быть христианином. I don't want to be a Christian. Серьезно, не хочу. If a Christian means, если христианин значит. Looking like most of what Christianity looks like. Посмотрите, в основном как выглядит христианство. I don't want to be a Christian. Я не хочу быть таким. As a matter of fact, you can only find the word Christian one time in the New Testament. Кстати, в Новом Завете слово христианин только находится один раз. And that's when they were called Christians at Antioch. Это когда в Антиохии их назвали христианами. And that's what the Greeks called them. Это то, как их назвали греки. They were secular.
Они были неверующие, они не знали, как вообще их называть. Jesus said, но Иисус сказал, these are testing signs, follow them that believe. И это будет последовать за теми, которые верят. These are testing signs, follow эти them знамения that believe. Будут последовать за тем, которые in верят. My name, во имя Мое. They will cast out demons. Они будут изгонять демонов. In my name, во имя Мое. Hands on the они sick, будут возлагать руки на больных. And they will recover. И они выздоровеют. Эти чудеса и знамения следуют за верующими. He said, all things are Он говорит, все все возможно тем, которые верят. И те, которые верят, верят. You are a believer. Ты есть верующий. Если ты заполнен Святым Духом, don't cheapen yourself. Не продавай себя так дешево. You're not a Christian. Ты не христианин. You're more than a Christian. Ты намного больше, чем христианин. If a Christian means you have no power, христианин — это значит, что у тебя нет силы. You can keep it. Ну, тогда ты можешь держать это But the word, слово. The name Christian Но слово и имя Христиан — это значит маленький Христос. Little Christ. Маленький Христос. Christ is anointed one. Христос, Он помазанный. He is the anointed Он one. Помазанный. We are little Christians. Мы маленькие Христы. Little anointed ones. Маленькие помазанные. We are little ones like God. Мы маленькие, такие как Бог. We are little God-like ones. Мы маленькие, похожие на Бога. Filled with the Holy Ghost. Заполнены Святым Духом. What the Holy Spirit told me to tell you was Святой Дух сказал мне сказать вам вот это. You are supernatural. Вы сверхъестественные. You are not just human. Вы не просто человек. You are human. Ты человек. But Jesus is human. Но Иисус тоже человек. Some of you don't like that. Некоторым из вас you не нравится. To be all spooky. Вы хотите, чтобы он был такой какой-то He's not all spooky. Пугающий. Он не пугает. He's a human being. Он также человек. He became human to rescue us. Он стал человеком, чтобы спасти нас. He became human to make us like him. Он стал человеком, чтобы сделать нас такими, exactly как он, like полностью, him. Точно как он. You are supernatural. Вы сверхъестественны. If Christ lives in you, если Христос живет в тебе, all of the fullness of God lives in you. Вся полнота Бога живет в тебе. All of God lives in you. Полностью весь Бог живет в тебе. If you believe that today, если ты поверишь в это сегодня, He will work with you. Он будет работать с тобой. There's an anointing today. Есть помазание for revelation. Для откровения. There's an anointing today. Есть помазание сегодня for power. Для силы. There's an anointing today. Есть помазание сегодня that will break the chains, которые сломывают that have kept you bound, которые связывали тебя to secular thinking. К неверующему мышлению, to religious thinking. К религиозному He will мышлению, snap the chains Он сломает эти that have цепи, kept you которые держивали тебя к тому, что ты думал, это и была свобода. Он сломает эти and цепи, He will give you unlimited heights, и Он даст тебе безлимитные unlimited высоты, power, безлимитную силу, unlimited anointing, безлимитное помазание, которое уже you. Живет в тебе. To release. Высвободи. The gospel is a revelation. Евангелие — это откровение. The gospel is a Евангелие — это откровение. It has its own inherent power. Это имеет в себе силу. Colossians 1 says. Колоссянам 1 that сказано. The gospel is alive. Что Евангелие, оно живое. The gospel is Евангелие alive. Живое. It has an inherent power. Оно имеет в себе силу. It's alive on its own. Оно живое по себе. When you read the word. Когда ты читаешь слово. You think you're reading the word? Ты думаешь, ты читаешь слово? You're reading words on a page. Ты читаешь слова на странице. The word is reading you. Оно слово читает тебя. When you look at the word, когда ты смотришь it's на слово, you. Оно читает тебя. It's looking for a scene to get in. Оно ищет дверь, как to зайти. Work its way in. Как войти? He's reading you. Он читает тебя. He's scanning Он сканирует you. Тебя. He's priming you. Он ищет и смотрит He's тебя. Scanning Он you. Сканирует тебя. You think you're reading the word. Ты думаешь, ты читаешь слово? No, no, no. He's looking for a way to get past your pet doctrines. Не, он ищет, как пройти мимо твоих доктрин. Woo, that's what he's looking for. Вот это что он ищет? Revelation. Откровение. Chapter 1. Первая глава. Verse 4. Четвертый стих. John says to the seven assembly churches. От Иоанна семи церквям провинции. He says, "May peace." Spiritual peace come from Him who was, who is, and who is to come. Благодать и мир, духовный мир, вам от того, пускай он придет от того, кто есть, кто был и кто грядет. That's a greeting from the Father. Это приветствие от Отца. And then it says. И сказано. And from the seven spirits of God. И от семи духов Бога. Which is the sevenfold Holy Spirit before His throne. Это Дух Святой.
семь духов, это что есть Святой Дух от трона Бога. The seven flames. Семь огней. That burn before the throne. Которые горят перед троном. The seven flames. Семь пламени. That burn. Которые горят. Before the throne. Перед троном. The seven spirits. Семь духов. There's a greeting from the Father. Это приветствие от Отца. From Him who was and who is от того, and who is кто to come. Есть, кто был и кто грядет. And then there's a greeting from the sevenfold Holy Spirit. И также приветствие от Святого Духа. Which are the seven flames. Это семь пламени, that burn before the throne of God. Горят перед троном you Бога. See, God is a fire. Видите, Бог он огонь. He is fire. Он огонь. He is fire. Он огонь. I don't want to preach about the fire right now. Я не хочу проповедовать насчет огня. We're going to get to that in a little bit. Мы доберемся до этого скоро. He is fire. Он есть огонь. Mm. And then there's a greeting. И также приветствие from Jesus Christ. От Иисуса Христа. The Father. Отца. The Son. Сына. And Jesus Christ, or the Holy Spirit and Jesus Christ. И Святого Духа, и также Иисуса Христа. The greeting from Jesus. Приветствие от Иисуса. Who is the faithful and trustworthy witness. Истинный свидетель. He's the firstborn from among the dead. Первого среди воскресшего среди мертвых. He's the first one to come back to life. Он первый, кто вернулся к жизни. He is the prince ruler of the kings of the earth. И он властелин. Или принц царей земли. To him, whoever loved us, тому, кто любит нас, and for once and all loosed us and freed us from our sins, и навсегда освободил нас от наших грехов, by his own blood, своей же кровью, by his own blood, своей кровью, by his own blood, своей кровью, and he formed us into a kingdom of priests, нас царством и священниками. A royal race. Священниками, расой. Royal priests to his God. Священники для своего Бога и Отца. He formed us into a kingdom of priests. Он сотворил нас царство священников. That's what we are, a kingdom. Это вот кто мы, это мы царство. Of priests. Священников. Unto his God. Для его Бога. Which is our God. И это наш Бог. Jesus has a God. Иисус имеет Бога. He said. Он сказал. A kingdom of priests to his God. Царство священников для его Бога. Which is our God. Это наш Бог. You see, he's a man. Видите, он человек. He's a God. Он Бог. He's a God-man. Он Бог-человек. He's a man-God. Он человек-бог. He became like us. Он стал как мы. To reveal the Father. Чтобы открыть нам Отца. To restore us. Восстановить нас. To the kingdom. В царство. He's the first prince, firstborn from the dead. Он первый принц, первородный из мертвых. The prince ruler of the kings of the earth. Который Он принц над царями земли. We are the kings. Мы есть цари. We are the kings. Мы цари. Not Christians. Не христиане. We are kings. Мы We are royalty. Мы царствуем. We are a royal priesthood. Мы царственные священники. We are a holy nation. Мы святая нация. You are not Russians. Вы не русские. We are not Americans first. И не американцы сначала. We are a nation. Мы сначала нация. We are a kingdom. Царство. We are a kingdom. Мы царство. Turn to the person next to you and say, we are a kingdom. Скажите, мы царство. We are a kingdom. Мы царство. We are. Мы. We are. Мы. We are a kingdom. Царство. He is the king. Он царь. The one true heavenly king. Один истинный царь. Who lives in the many kings. Который живет во многих царях на земле. And he is the Lord. Он Господь. Who lives in the many lords. Который живет во многих господах. Lords are rulers. Эти господа, они также Kings have правители. A domain. Цари, они имеют где они царство. And he gave it to us. И он дал это нам. He gave it to us. Он дал это нам. The world is our domain. Мир это то, где мы царствуем. Oh man, I don't want to preach that right Я не хочу проповедовать это сейчас. But he's the firstborn from the dead. Он первородный из мертвых. The firstborn from the dead. Первый, кто родился. His father. Его отец. David was talking about it yesterday. Дэвид говорил об этом вчера. The religious leaders couldn't handle Jesus. Религиозные лидеры, они не могли справиться с Иисусом. Because he kept talking about God as his father. Потому что он продолжал говорить насчет своего Бога как Отца. Давайте откроем. Иоанна 9. And I'm just going to stay there for just a minute. Я останусь там на некоторое время. I'm going to preach the gospel to you. Я проповедую Евангелие вам. John chapter 5. Иоанна 5. I'm going right back there again.
возвращаемся туда. John chapter 5 says this. Иоанна 5 сказано вот что. Verse 17. 17 стих. Jesus answered them and said, "My Father." Иисус же сказал им, "Мой отец." He said, "My Father." Он говорит, "Мой отец." He was God. Он Бог. He was God the Son. Он Бог Сын. But he said, "My Father." Он говорит, "Мой отец." My Papa. Мой папа. My Abba. Мой Абба. My Papa. Мой папа. My Dad. Мой папа. My Father. Мой отец. Has worked even until now. Работает даже до этого времени. He has never ceased from working. Он никогда не перестал работать. And he is still working. И он до сих пор работает. And I too. И я также. Because I'm a son. Потому что я сын. Say I'm a son. Скажи я сын. I too. Я также. Must keep working. Должен продолжать работать. And be at divine work. И быть в этой святой работе. And the scripture says и также сказано, that they were, I'm paraphrasing, я перефразирую, that the Jews were even more determined to kill him now. Что тогда иудеи еще более искали возможность убить they were его. More determined to kill him еще now больше искали возможность because убить he его, was working on the Sabbath потому day. Что он работал в субботу. And he was actually speaking of God as his father. И также он говорил о Боге как о своем отце. As his father. Как отец, его отец. They wanted to kill him. Они хотели убить его. Verse 20 says. 20 стих сказано. The father loves the son. Отец любит сына. And he discloses everything to the son. И показывает that все he does. Сыну, что он делает. And he will disclose even greater things. И он откроет so that еще you больше, may marvel. Чтобы вы удивлялись. You may marvel. Чтобы вы удивлялись. You may marvel. Чтобы ты удивлялся. And be full of wonder and astonishment. Удивлялся был и был полностью потрясен. John chapter 10. Иоанна 10 глава. Jesus was telling the people. Иисус говорил людям. He said, "I am the door." I'm preaching the gospel to you. Я проповедую Евангелие вам. Are you listening? А вы слушаете? He said, "I am the door." Говорит, я есть дверь. In verse 7. Седьмой стих. In verse 1. И первый стих. He said, "I tell you." Говорит, я говорю вам. Anyone that enters Anyone who does not enter by the door into the sheepfold, but climbs up some other way, is a thief and a robber. Говорю вам истину, тот, кто выходит в овечий загон не через ворота, а проникает другим путем, тот вор и разбойник. Did you hear what Jesus said? Вы слышали, что сказал said, Иисус? First of all, он говорит, сначала, it's my Father who does the works. Это мой отец, который делает дела. He said, it's my Father говорит, who is мой отец, in me. Который во мне. My Father мой отец, has enabled me он во мне, to do many supernatural things. Дал мне возможность сделать много сверхъестественных вещей. Это мой отец. He's always working. Он все время работает. He has been working. Он работал. He's still working. И до сих пор работает. He will always be он working. Все время будет работать. And I too. Также, must be at my father's work because I am a son. Отца, потому что я Say, сын. I am a son. Говори, я сын. You're not. You're your son. Ты сын. Family, son. Семья, сын. That word son. Это слово сын. Is non-gender. Это не имеет в себе пола. It's a Greek word. Это греческое слово. Son. Сын. That means humos. Это значит как Where we humos, get the word human. Откуда у нас американское слово human being. Человек. I am a son. Я сын. I am a humos. Я humos. I am a human. Я человек. You want to see what a real human looks like? Вы хотите знать, Bring как me the cripple. Bring me the blind. Bring me the deaf. It's called divine work. Это называется сверхъестественная работа. Jesus said, "I am the door." Иисус сказал, я есть дверь. Of the sheepfold. Я есть дверь для овец. You must enter in through me. Вы должны приходить или входить через меня. Anybody who enters in some other way is a thief and a robber. А те, которые заходят другими путями, они воры и разбойники. Look at verse 2. Второй стих. But he who enters by the door. Но кто входит через дверь? Or rather, he who enters by the door is the shepherd of the sheep. То есть настоящий пастух этих овец. Verse 7. Седьмой стих. He said, "I'm telling you again." Говорю вам. I myself, I am the door. Я сам, я есть дверь. He said, "I am the door." Говорит, я есть дверь. All those that came before me are thieves and robbers. Все, кто приходили до меня, это воры и разбойники. Look at verse 9. Девятый стих. He said, "I am the door." Я есть дверь. How many times does he have to tell us? Сколько раз ему нужно говорить? He said, "I'm the gate." Говорит, я есть врата. I'm the door. Я дверь. And look at what he says. Скажи, то есть смотри, что он сказал.
Anyone who enters in through me кто входит через меня will be saved, тот будет спасен and he will come in, и он сможет входить and go out of the door, и выходить из этой двери and he will find pasture. И найдет пастбище. What was he talking about? О чем он говорил? The supernatural. Сверхъестественное. He was talking about divine work. Он говорил о сверхъестественной работе. He was talking about how to move он говорил in the glory, о том, как двигаться в славе, how to perform miracles. Как делать чудеса. He said, you can он enter говорит, in ты можешь входить через оккульт into the spirit world, в духовный мир, but you're a thief. Но тогда ты вор и разбойник. Ты вор и разбойник. Делаешь это нелегально и заполняешься демонами. Духовный мир, он реальный. Он говорит, я есть дверь. Вы видите, вы были сотворены, чтобы жить сверхъестественно. Вы были сотворены, чтобы двигаться сверхъестественно. Вы есть сверхъестественные. Вы просто еще не знаете это. Supernatural lives in you. Сверхъестественное живет в тебе. Supernatural God lives in you. Бог живет в тебе. All of creation lives in you. Все творение живет в тебе. The fullness of the Godhead lives in you. Полнота Бога живет в тебе. You are supernatural. Ты есть сверхъестественный. He said you got to go in through me. Тебе нужно пройти через меня. I'm the door. Я есть дверь. So go in. Входи. Come out. Выходи. And your soul will live. И твоя душа будет жить. Find pasture for your soul. Найди пастбище для своей души. You can go in through the door. Ты можешь входить через дверь. You can eat all you want. Ты можешь съесть сколько ты хочешь. Можешь входить в духовный мир. You can enter into the можешь входить на небо. Ты можешь окрываться силой. You can be translated and transported. Ты можешь переноситься и быть транспортирован. Это происходило. Я был перенесен. Серьезно, я был транспортирован. Я проповедовал в одно и то же самое время на двух разных местах. Как это может происходить? Потому что мы сверхъестественные. Не старайся подумать насчет этого. Твое мышление убьет это все. Твое мышление убьет твою веру. Перестань думать. Пей. Be eating. Ешь. Go in through the door. Проходи через дверь. Eat and drink. Пей и ешь. And your soul will live. И твоя душа будет жить. Jesus was telling the people this. Иисус говорил это людям. He said, I am the good shepherd. Я хороший пастух. I'm the good shepherd. Я хороший пастух. I'm the real pastor. Я реальный пастырь. Come follow me. Пойдите, следуйте за мной. You can eat. Вы можете есть. You can drink. Вы можете пить. Your soul will live. И ваша душа будет I'll жить. I'll teach you how to go in. Я научу тебя, как входить. How to come out. Как выходить. I'll teach you how to move in the supernatural. Я научу тебя, как двигаться сверхъестественно. I'll teach you how to come up. Я научу тебя, как подниматься. And how to be clothed with revelation. И как покрываться откровением. How to stand before the seven spirits of God. Woo! How to stand in heaven. How to minister before me. And I'll fill you. You'll go in. You'll come out. With favor. With anointing. With power. You'll come to me one way. You will come back another way. You'll come up to me in one dimension. You'll come back full. Вернешься полным, заполненным. Said, I am он сказал, я есть I пастух. Я есть дверь. Come to me, приди ко мне, вы все, которые жаждут, weary, все, которые устали, laden, устали, and I will give you rest. И я дам вам покой. The scripture says, сказано в Писании, Verse 25. Jesus said, I have told you all of these things and still you don't believe me. Иисус сказал, я говорю вам все эти вещи, you do not trust me. Не поверили, вы не верите. And you do not rely on me. И не доверяете мне. He said, the very works that I do он говорит, дела, которые я делаю через of my Father, силу моего Отца. He said, the very works that I do by the power of my Father дела, and in my Father's name bear witness of дела, me. Которые я делаю во имя моего Отца, свидетельствуют обо мне. He said, my credentials and evidence говорит, are in support. Доказательства. But you do not believe. Но вы не верите. And you do not rely on me. Вы не доверяете мне. And he said this. Он сказал это.
The sheep that are my own, they hear and they listen to my мои voice. Мои овцы слышат мой голос. And I know them. Я знаю их. And they follow me. И они следуют за мной. And I give them eternal life. Я даю им жизнь вечную. He wasn't talking about when you die. Он не говорил о том, когда ты умрёшь. He's talking eternal life now. Он говорит вечная жизнь сейчас. Eternal life now. Вечная жизнь сейчас. You can eat eternal life now. Ты можешь жить вечной жизнью сейчас. He is eternal. Он есть вечный. He is eternal. Он вечный. You can have eternal life now. Ты можешь иметь вечную жизнь сейчас. Now. Сейчас. What you think you die and that's when eternal life begins? Что ты думаешь, что умираешь? You're in eternal life right now. Сейчас. You are living in eternal life right now. Jesus said, if you believe me, Иисус сказал, если вы верите мне, слушайте меня. No one ever really dies. Никто серьезно не умирает. That's what he said. Это то, что он сказал. Talking about Lazarus. Он говорил о Лазаре. Nobody ever really dies. Серьезно, никто не умирает. You just change gears. Ты просто меняешь скорость. You don't even miss a beat. Ты даже не пропускаешь одного сердцебиения. So your body might go, твое тело может быть, да? But you never die. Но ты никогда не you умираешь. You just change realms. Ты просто меняешь you миром. You just change garments. Ты меняешь одежду. No one ever really dies. Никто никогда серьезно And не умирает. And here's the reality. И вот реальность. You've always been alive. Ты все время был живой. You have always existed. Ты все время был. You are not your mother and father's idea. Ты не идея твоего мамы или папы. You came from God. Ты пришел от Бога. You are part of Him. Ты часть Его. You are part of Him. Do you hear me? Ты часть Его. Ты слышишь меня? Some of you get offended at that. Некоторые из вас обижаются на это. So what are you saying, Jeff? Что ты говоришь, Джефф? What are you saying, preacher man? Что ты говоришь, проповедник? Are you saying that we're God? Ты говоришь, что мы боги? No. Нет. But you're God-like ones. Но ты такой, как Бог. You are children of God. Вы дети Бога. Sons of God. Сыновья Бога. You are cut out of the same piece of material as God. Вы материала, как и Бог. You are the same species. Вы те же самые. As God. Порода, как Бог. Made in His image. Сделаны в Его образе. Make you God. Это не делает тебя Богом. It makes you God-like ones. Это делает тебя таким, как Бог. But you can never be God-like ones. Но ты не можешь быть таким, как Бог. Unless you are filled with the Holy Spirit. Then you become like Him. Тогда ты становишься как Он. Then you will be known by him. Then you can understand him. Jesus was telling him these things. Иисус говорил им эти вещи. He said, "You still don't believe me?" Вы до сих пор не верите мне? He said, "Even though I'm giving you eternal life." Даже если когда я вам даю вечную жизнь. You're still trying to figure it out. Вы все еще стараетесь разобраться. They couldn't figure it out. Видите, они не могли разобраться. The Holy Spirit hadn't been given yet. Потому что еще не был дан Дух Святой. They were trying to figure it out with their natural minds. Они старались понять это своими натуральными мозгами. That's why the religious church is so messed up. Религиозная церковь в таких проблемах. Because the only God we have on planet Earth is the Holy Ghost. Потому что тот Бог, который мы имеем на планете Земля, это Святой Дух. Больше нет других богов. News for you. У меня для вас новость. Newsflash. Новости. Jesus is sitting on the throne. Иисус сидит на троне. He's sitting down next to his Он father. Сидит рядом с своим отцом. And he sent the Holy Он послал Святого Духа. But most of the church. В основном вся церковь. Much of the church. В основном вся церковь. Doesn't allow the Holy Spirit in. Не позволяет Святого Духа войти. Мы хотим остановить. Kick him out. Выгнать его. So that we can do what we want. Чтобы мы делали то, что мы хотим. Well, that's not the church. Но это не церковь. That's a Jesus club. Это клуб Иисуса. There's no power. Нет силы, There's no miracles. Нет чудес. It's a house of lies. Это дом обмана. We need the Holy Spirit of God. Нам нужен Святой Дух You want to see the glory of God? Вы хотите видеть славу Бога? Do you want to see the Вы хотите power видеть God? Силу Бога? The Holy Spirit is the only God we have on planet Earth. Святой Дух это тот Бог, единственный Бог, которого мы имеем на планете Земля. Вы слышите меня? The Holy Spirit is the only Святой God Дух we have here. Бог, который мы имеем здесь. Jesus is sitting next to the Father. Иисус сидит рядом с Отцом. But we have invitation to come and Но sit next to Him. У нас есть приглашение прийти и сесть рядом We have invitation. С Ним. У нас есть приглашение. In Ephesians chapter 2. Ефесянам 2. Verse 4 and 5. 4-5. He's given us. He's raised us up. Он поднял нас. He's given us joint seating Он with дал him. Нам общее место сидеть вместе seating с ним. Where? Сидит где? On the throne. На троне. We rule with him. Мы царствуем с ним. Jesus was trying to tell. Иисус старался сказать. Not only his disciples, but everybody that was listening to him. Все, которые слушали его. He said, "You see these works that I'm doing? Он говорит, вы видите дела, которые you я might делаю? Not like the way that I look. Может, вам не нравится, как я выгляжу? I might not look the way that you want Messiah to look. Я, может, я не выгляжу так, как He вы said, видите, что Мессия выглядел. Но, говорит, you gotta give me credit. Вам нужно доверие. Even the very works. Да,
ваши эти дела. Доказывают, что Отец во мне. I am in the Father. И я в Отце. It's my Father who does the work. Отец, который делает эти дела. And I will always be at divine work. Я все время буду делать эти дела. Because I am a son. Потому что я сын. Say I'm a son. Скажи, я сын. Verse 29. My Father who has given them to me is greater and mightier than I. Отец мой, который дал мне их, намного выше и больше, чем я. No one is able to snatch them out of my Father's hand. Никто не сможет забрать или выхватить их из руки моего Отца. Talking about his disciples. Он говорит о своих учениках. And you and me. И тебе, и о тебе и мне. And then he says something. И потом он говорит что-то. He says, no one is able to take them out of my hand. Никто не сможет забрать их из руки моей. Because I and my Father are one. Потому что я и мой Отец одно. He said, "I and my Father are one." Одно. He said it again. Он сказал это опять. The Jews were mad. Did you hear him? Были злы. Blasphemy. Вы слышали? He said it again. Богохульство. Он сказал еще раз. And the Jews brought up stones to put him to death. И иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. The whole place was in an uproar. Все место то там гудело. Люди любят его, ненавидят его. Said, потому что сказал, я и мой отец это одно. Мы одно. Мы одно. And they took up stones to put him to death. И они взяли камни, чтобы побить его. We got him now. Все, мы схватили его. We were looking for this opportunity. Мы искали эту возможность. We got him now. Все, схватили. Вот, мы его споймали. And Jesus said to them, Иисус сказал им, My Father has enabled me to do many good deeds. Дал мне возможность сделать много хороших добрых дел. That word deeds. Это слово дела. Are miracles. Это чудеса. Works of miracles. Работы. Healings, signs and wonders. Знамения. He said, My Father говорит, мой отец has enabled me дал мне возможность to do many, many и способность miracles. Делать много чудес. Much divine work. Много сверхъестественной работы. He said, For which one of these miracles? За какой из этих чудес? Which one of these supernatural signs, wonders, and miracles? Знамений и исцелений? Are you going to stone me for? Вы хотите побить меня камнями? And listen to what they said. Вот что они ответили ему. They said, "We're not going to stone you." Мы тебя не хотим побить камнями. Because of the miracles. Из-за чудес. But because you. Из-за того, что ты being a mere man, просто обыкновенный человек постоянно выдаешь и продолжаешь выдавать себя за сына, за Бога. То есть за Бога. You, a mere man, ты простой обыкновенный человек. Ты выдаешь себя за We Бога. Got you now. Теперь мы тебя споймали. Listen what Jesus said. Смотрите, что сказал Иисус. He said, Is it not written in your law? Разве в вашем законе не написано? He was quoting the word. Он цитировал слово. Because they like to quote the word. Потому что они любили цитировать слово. Oh, we got you now, blasphemy. Все, мы споймали богохульство. Moses said we put you to death. Моисей сказал, все, побить тебя. He said, well, let me quote your law. Он говорит, давайте я вам процитирую ваш закон. He said, let me quote your law. Ваш закон. Is it not written? Не написано ли? The scripture says. Сказано в слове. You are gods. Вы боги. So men are called gods. So, значит, люди называются by law. Богами, богами через закон. Men to whom God's message came. Те, кому дано было слово Божье. And the scripture cannot be set aside. Писание не может быть упразднено. Scripture cannot be broken. Его нельзя сломать. And it cannot be annulled. И нельзя его аннулировать. He was quoting. Он цитировал. Psalm. Псалом. Chapter. Where is it at? 82. 81 I'm going to go there. I know I've shared this once before. Я сейчас открою. Я знаю, это уже читал. 82:6 Psalm. 81 на русском. Psalm 82:6. 6 стих. It says this. Сказано. Help me find it out. 82. I only got two hands. Praying for another one. У меня только две руки, молюсь за еще одну. Psalm 82:6. Jesus was quoting the scripture. Иисус цитировал Писание. He quote. He said in John 10. Он сказал в Иоанна 10. He said the miracles that I do. Он сказал чудеса, которые я делаю. They bear witness of me. Они свидетельствуют. The Father is in me. Что Отец во мне. He said, and you don't believe me. Он сказал, вы не верите мне. But I and my Father are one. Но я и мой Отец одно. They picked up stones to put him to death. И они подняли камни, чтобы побить его. He said, for which one of the miracles are you going to put me to death for? За какие чудеса вы хотите побить меня камнями? He said, we're not going to put you to death for miracles. Не, 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 не за чудеса. But because you, being a mere man, continually
make yourself out to be God. Говорите о себе и делайте себя Богом. Jesus said, "Is it not written in your law that you are God? You can't change the scripture. You can't do away with it. You can't weaken it. You cannot break it." And he was quoting Psalm 82. Verse 1 says that God stands in the assembly of his representatives. Сказано в первом стихе Псалом 81, что Бог стоит в своем великом собрании. Who are God's representatives on the earth? Среди богов, кто это здесь на земле? Who are God's representatives? We got five people here. Кто здесь репрезентирует Бога на земле? We are God's representatives. Мы репрезентируем Бога. God stands in the assembly of the representatives of God. Бог стоит среди собрания своих репрезентирует его в своем собрании на русском написано. In the midst of his magistrates and judges. Посреди своих судей. He gives counsel as among the gods. Дает советы как среди богов. See that word gods? Видите это small g gods. Боги, маленькая буква. He calls us representatives. Он называет нас те, которые репрезентируют его. He calls us magistrates. Он говорит governmental terminology. Те, которые работают в правительстве. He calls us judges. И также называет нас судьями. Judiciaries. Судьями. Representatives. Те, которые репрезентируют его. Ambassadors. Также его посланники. And he stands in the midst of us. Стоит посреди нас. And he gives counsel. И дает нам совет. Like talking to the gods. Как говорит богами. Small g. Маленькая буква. Now that word gods there. Это вот слово боги здесь. It's the same word used in Genesis chapter 1. То же самое слово, которое использовано в Бытие, первая глава, в начале. God created the heavens and the earth. Бог сотворил небо и землю. That word gods. Это слово бог. Is a Hebrew word. Еврейское слово. Elohim. Elohim. Elohim means creator. Elohim обозначает тот, кто Creator God. Бог творец. Who created the worlds? Который сотворил мира. Jesus, the scripture is using that word here. И это также Писание использует это God stands in the midst of his people. Бог стоит посреди своего народа. And he gives them counsel like talking to the gods. И дает им совет, как будто говорит с богами. Elohim. Elohim. Talking to the little creators. Говорит к маленьким So творцам. Big God. Большой бог. Talks to the little gods. Говорит с маленькими богами. Big creator. Большой творец. Talks to the little creators. Говорит с маленькими We творцами. We are the little Elohim creators. Мы маленькие Elohim on the planet. На планете. Now look at this. Смотрите Verse на это. 6 says this. Шестой стих сказано. And he says, I said that you are gods. Он сказал, я сказал, вы боги. You are little creators. Вы маленькие творцы. You are little Elohim. Вы маленькие Elohim. Since you judge on my behalf. Потому что вы судите со мной. You are my representatives. Вы есть те, которые репрезентуете меня. Indeed, all of you are children of the Most High God. Все вы сыны Всевышнего Бога. Jesus said to them. Иисус сказал им. He was saying, "You're accusing me." Он говорит, вы обвиняете меня. Of saying my Father and I are one. То, что я говорю, что я отец, мы одно. And you don't even understand the miracles. И вы даже не понимаете чудеса. The miracles that I'm doing. Чудеса, которые я делаю. They prove that my Father is in me. Отец во мне. It's my Father. Это мой отец. He said he's the one who does the miracles. Он тот, который делает чудеса. He's the one that does the miracles. Он тот, который делает чудеса. He said and because I tell you my Father and I are one. Отец и я одно. We are family. Что мы семья. You want to put me to death? Вы хотите убить меня? Not because of the miracles. Не из-за чудес. But because I'm a child of God. I'm a son of God. Ребенок, he Бога. Said, "You are gods. Говорит, вы боги. You are the gods of this world. You came from me. You're to be doing miracles just like me. You're to be doing the supernatural. You are to be destroying works of darkness. You don't even understand what a son is. I'm displaying what sonship is. My father." Мой отец. My father. Мой отец. My father. Мой отец. Your father. Ваш отец. Our father. Наш отец. He's the one who does Он the works. Он тот, который делает дела. Said we are his little creators. Мы его маленькие творцы. He lives in Он us. Он живет в нас. You get this revelation Когда today. Когда ты получишь это откровение сегодня, you understand that it's the father. Ты поймешь, что это отец. You understand that you were ты понимаешь, made что ты
to be like him. Сотворен, чтобы быть точно как он. You are made in his image. По его подобию. You are creators. You are miracle workers. Вы те, которые делаете чудеса. You too must be at divine work. Должны делать сверхъестественную работу. I and my Father are one. Я и мой отец одно. Say it. Скажи это. I and my Father are one. Одно. Say it. Come on. Скажи еще раз. I and my Father are one. Одно. Does that make you God? Делает это тебя Богом? No, you are not Нет, God. Ты не Бог. You are sons of God. Вы сыновья Бога. You are children Дети of God. Бога. You are God-like как ones. Бог. Little Elohims. Маленькие Элохим. Creators. Творцы. Miracle workers. Которые when you speak, the wind когда should listen. Когда ты говоришь, ветер должен слушаться. When you decree a thing, it should be established. Оно должно сотвориться. When you speak to disease, it болезни, must она должна поклониться. Devils must Дьяволы listen. Должны слушаться. But if you don't have this revelation, но если у тебя нет этого откровения, and if you don't understand, если ты не понимаешь, ты будешь простым человеком. You'll be just one notch above the animal kingdom. Ты будешь чуть-чуть выше зверей. You are not designed to be that way, ты не сотворен быть таким or live that way. Или жить так. Our older brother, наш старший брат, our older brother, наш старший брат, paid a price in blood, заплатил цену кровью, so that you could look like him, чтобы ты выглядел как он, you could act like him, мог вести себя и you could do как the same miracles and greater miracles, еще больше, you could take nations, all of the currency of heaven, вся валюта неба, will flow through you через тебя, if you believe, если ты веришь, you understand если your ты papa, понимаешь своего you папу. Ты понимаешь ДНК? He said, "You too." И он говорит, вы также. You Jews. Также. You humans. Вы. You religious человеки. Pharisees. Вы религиозные фарисеи. You were created in the image of God. Вы сотворены были в образе Бога. The planet has been given to you. Планета дана вам. You should be doing the miracles. Вы должны делать чудеса. You should be healing вы the sick. Вы должны исцелять больных. You should be pushing back darkness. Вы должны отталкивать темноту. Don't accuse me of being a real man. Не обвиняйте меня в том, что я реальный человек. Don't accuse me of being a man. A real man. Реальный человек. This is what a real man вот looks. Как выглядит реальный человек, тот, который заполнен Святым Духом, горящий, семи духов, безлимитная сила, безлимитное помазание, океан знает, деревья знают, звери знают, ветер знает. Когда ты провозглашаешь что-то, земля потрясется перед твоими словами, землетрясение. Don't accuse me. Не обвиняйте меня. Of being a man. То, что я человек. This is what a real man. Вот как выглядит реальный настоящий человек. I and my Father are one. Я и отец одно. Jesus said in Hebrews chapter 2. Иисус сказал евреям вторая глава. He said, "He who sanctifies, talking of Jesus, and him that is being sanctified, 2:12. We all have the same Father. Speaking of Jesus, to him who sanctifies, Jesus, through his blood, he went to the cross to bring many sons back into the glory. He who is sanctified, those that are being sanctified, we all have the same Dad." Therefore, he's not ashamed to call us brother. Поэтому он не стесняется, ему не стыдно называть нас братьями. He's not ashamed to call you brother. И он не стыдится называть тебя братом. For he says, in the midst of the worshiping congregation. Потому что сказал посреди прославляющего. While we are worshiping. Собрание, пока мы прославляем. He said, I'm with my brothers. Он говорит, я с своими братьями. And we are singing praises to our Father. И мы поем хвалу нашему отцу. It was, I think it was here я думаю, это было здесь. That I saw the Lord. Oh, that's я видел right. Господа. Да, да. And I saw the menorah. Я видел menorah. Remember that, Andre? Помните, I saw the menorah. We were worshiping right here. Мы поклонялись Богу вот здесь. And it was full-on worship like it was this morning. И это было поклонение, как было сегодня утром. And I was standing here with my eyes closed. Я стоял здесь закрытыми глазами. The place was on fire. Это здание просто было в огне. And I had my eyes closed. Я держал глаза закрытыми. I was worshiping. Я поклонялся. And I felt what I thought was Andre walk up to me. Андрей подошел ко мне. And I opened my eyes. Я открыл глаза. And Andre wasn't there. И Андрея там не было. He was standing next to me. Он стоял рядом со мной.
And I thought, uh-oh. Я подумал, о-о. I know what that is. Я знаю, что это. I closed my eyes again. Я закрыл глаза опять. And I began to worship. Я начал поклоняться. And I felt the person walk up to me again. И я почувствовал, как кто-то you know when someone's standing in front of you. Вы знаете, когда что-то, and I opened my eyes. Кто-то стоит перед вами. Я открыл глаза. И это был Иисус. It was Jesus. Это был Иисус. It was not Jesus with the flames of fire. Это не был Иисус с пламенем огня. It was Jesus with the brown eyes, the Jew. Это был Иисус с коричневыми глазами. And he was smiling. И он Do you know that Jesus is happy? Вы знаете, что Иисус, он радостный? He's a happy Jesus. Он счастливый Иисус. He's really happy. Серьезно, он счастливый. He's happy, happy, happy. Счастливый. Give me a little bit more on my microphone, just a little bit. Погромче He's a happy микрофон. Jesus. Он счастливый Иисус, радостный. And he said, и он сказал, Jeff, you know what I'm doing? Jeff, there were all kinds of people dancing. Некоторые люди, тут много людей танцевало. He said, I'm dancing with my brothers. Он говорит, Джефф, знаешь, что я делал? Я танцую с своими братьями. И он убежал. Doing that Russian, whatever that twirl is. И то, что русские делают, крутится, я не you знаю. I can't even do it. I'm я not going to try. Знаю, если, я даже не буду they, пробовать это делать. Jump from one leg to the other. Они прыгают с одной ноги на другую по всему dancing залу. Dancing between the people. Он танцевал между людьми. He was dancing with his brothers. Он танцевал and I watched своими him for братьями. A few moments, я смотрел его несколько минут, думаю, о, смотри. And I closed my eyes again. Я опять закрыл глаза. And I felt him coming up again. I opened my eyes. Я почувствовал, как он опять подошел, я открыл глаза. And he was he came to show me something. Он пришел показать мне что-то. And he went like this. И он сделал вот это. Threw his arms open. Вот так руки открыл. And there was a menorah on his chest. И у него на груди была менора. The menorah was on his chest. Менора у него была на груди. And it had the seven flames. И было семь огней. The seven spirits. Семь духов. Of God. Бога. Fully blazing. Полностью горящими. He didn't say anything to me. Он ничего не говорил мне. He just smiled. Он просто улыбался. With his arms open. Руки вот так были открыты. Flaming menorah on his chest. И горящая менора у него на груди. I knew exactly what he was saying. Я знаю точно, что он говорил. Unlimited power. Безлимитная сила. The seven spirits of God. Духов Бога. That's what Jesus moved in. Это то, в чем двигался Иисус. John 3:34. The scripture says. Писание говорит. Jesus Christ. Иисус Христос. Was given the spirit without limit. Дан дух без лимита. The spirit without measure. Дух без лимита. Unlimited Безлимитная power. Сила. The seven spirits of God. Семь духов Бога. Out of Isaiah 11:2. Исаия 11:2. Out of Revelation 3:7. Откровение 3:7. Out of Revelation chapter 1. Откровение 1. He said the spirit of the Lord is upon me. Дух Господа Бога на мне. Spirit of wisdom and revelation. Откровение. Spirit of counsel and совета и силы. Spirit of knowledge and of reverential and obedience. И послушание Господу. Seven. Семь. Flames горящих, burning. Пламени. He moved with counsel он двигался в and совете, might и в силе, and knowledge и знания, and power because силе, of the sevenfold flow из семи вот этих духов, of the Holy Spirit. Святого Духа. And that's what God is offering the church. Это то, что Бог дает своей церкви. That's what God is offering you. Дает тебе. We live below the grade. Мы живем так низко. Я не собираюсь жить низко. Я не собираюсь жить низко. Jesus said, "Why are you accusing me? Почему вы обвиняете меня? What miracle are you going to put me to work to death for? За какое чудо вы хотите убить меня? He said, "I'm acting like a man. Говорит, я веду себя как человек. A spirit-filled man. Человек, который заполнен духом. What a man looks like. Вот как выглядит человек. One that does miracles. Тот, который делает чудеса. He's transported. Он транспортировался. He moves in revelation. Двигается в откровении. Because I and the Father are one. Потому что я и отец одно. 2 Corinthians 6:17 says. 2 Corinthians 6:17 сказано. He that is joined to the Lord. Тот, который с Господом присоединен к Господу. Is one spirit with Him. Он един дух с ним. You are one spirit with the Lord. Ты есть один дух с Господом. Listen to me. Слушай меня. You're saying, Jeff, what are you saying? Ты говоришь, Джефф, что ты говоришь? What are you saying? Что ты говоришь? I'm going to spell it out for you. It's Я really simple. Пропишу это тебе очень легко. You're family with God. Ты семья с Богом. We are God's family. Мы семья Бога. We are His family. Мы Его семья. We've got a Father in heaven. У нас есть отец на небе. And we've got an older brother who came here. Брат, to straighten it all out for us. Выровнять все это для and нас. Not just straighten it out. И не только все тут выровнять. But to give us the Holy Spirit. Но дать нам Святого Духа. He's a good God. Он хороший Бог. He's an amazing God. Он прекрасный Бог. The very first thing that Jesus said. Первую вещь, которую Иисус сказал. After he was resurrected from после the того, grave. Как он воскрес из мертвых. John chapter 20. Иоанна 20 глава. Verse 13, 14, 15. He told Mary. Он сказал Марии. He said, "Go tell my brothers." Пойди скажи моим братьям. He said, "Go tell my
brothers. Пойди скажи моим братьям. I will meet them in the secret place. Я встречусь с ними в тайной комнате. В том месте, где мы собирались. Tell them. Скажи им. I am ascending to my God. Я поднимаюсь к моему Богу. And to your God. И к твоему Богу. To my Father. К моему Отцу. And to your Father. И к твоему Отцу. He's the firstborn. Он первородный из мертвых. He's the firstborn among many family members. Среди многих, многих людей. Listen, this whole Christian thing, this whole church thing, it's family. Это семья. It's about family. When God created the planet, He wasn't looking for a flipping church. Он не искал какую-то церковь. Who? He put a family here. Он населил ее семьей. We are His family. Мы его семья. And we've been given the same mandate. Нам дано то же самое мандат. To destroy the works of the devil. Истребить работу дьявола. To destroy. Истребить. To absolutely obliterate. Полностью аннулировать. To destroy. Истребить. The works of the devil. Дьявола. And to manifest. Дела дьявола и проявить. Say manifest. Скажи проявить. To manifest. Проявить. The kingdom. Царство. He wants, but you can't do it through intellect. Но ты не можешь это делать через интеллект. You can't do it. Through intellect. Ты не можешь это делать через интеллект. You can't do it. Ты не можешь это делать. It does not work that way. Это так не работает. Forget your thinking. Забудь свое мышление. Just understand. Разум просто понимает. One thing. Одну вещь. You are supernatural. Ты сверхъестественный. Your father lives in. Твой отец живет в тебе. Your older brother lives in you. Твой старший брат живет в тебе. The Holy Spirit lives in you. Святой Дух живет в тебе. You are family. Ты семья. I and my father. Я и мой отец одно. I want you to close your eyes. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза. Just close your eyes. Просто закройте глаза. Close them close. Закройте, закройте. I and my father. Я и мой отец. Are one. Одно. Now I want you to drink this revelation. Я хочу, чтобы вы пили это откровение. I'm not going to lay hands on you. Я не буду возлагать на вас руки. I'm not going to lay hands on you. Я не буду возлагать на вас руки. I want you. Я хочу, чтобы вы. With this revelation right now. С этим откровением сейчас. You can change the world. Вы можете изменить мир. You will shake nations. Вы можете потрясти нации. You will become the devil's worst nightmare. Вы станете плохим сном для дьявола. Bubble, bubble. The devil's in trouble. Дьявол в проблеме. Bubble, 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 bubble. But you've got to overflow. Тебе нужно переполниться. I want you to close your eyes. Я хочу, чтобы ты закрыл глаза. Listen, don't do the church thing on me. Не делай тут церковную вещь. Don't do the Sunday morning church thing on me. Не делай то, что вы делаете в воскресенье утром в церкви. Не делай это. Don't do it. Don't do it. Не делай, не делай, не делай. Don't do it. It's a religious devil. Это религиозный дьявол. Не делай это, не делай. Put your head back. You're not in church. Поднимите вашу голову. You are church. Ты есть церковь. Put your head back. Подними голову. He's going to come to his temple. Он придет в свой храм. The Bible says. Библия говорит. Suddenly. Внезапно he comes to his temple. Он приходит в свой храм. You are the temple. Ты есть храм. You are his house. Ты его дом. You are his family. Ты его семья. Now, Lord, take possession. Господь, захвати of your family. Свою семью полностью. Take possession полностью. Of your house. Свой дом. Put, come on, I want you to say, Lord. Я хочу, чтобы вы сказали, Господь. Fill me. Заполни меня. I am your house. Я твой дом. I am your house. Я твой дом. I am your house. Я твой дом. Fill your house. Заполни свой with glory. Дом. Славой. Fill me. Заполни меня. With glory. Славой. Open your mouth. Открой ваш, now I want you to drink from that river. И просто пейте от этой реки. I want you to drink from that river of revelation. Я хочу, чтобы вы пили от реки откровения. Don't think. Не думайте. Close your eyes. Закройте глаза. Shut your brain off. Выключите свои мозги. Drink. И пейте. Drink. Пейте. You can go in. Ты можешь входить. You can come out. Можешь выходить. Your soul will revive. И твоя душа оживет. Drink. Пей. Drink. Пей. Drink. Пей. That revelation. Это откровение. Lord, fill. Господь, заполни. Say, Lord, fill me. Скажи, Господь, заполни come меня. On. Давайте. Let your emotions get involved. Пускай даже эмоции включатся. Let your здесь. Spirit get involved. Пускай твой дух включится. Let your body get involved. И твое тело также. Say, Lord, скажи, Господь, fill me. Заполни меня. Fill me. Заполни меня. Fill me. Заполни меня. Fill me. Заполни меня. I turn away. Я отворачиваюсь from the old way of thinking. От старого мышления. Here I am. Вот я. A new creature. Новое творение. I take it today. Я беру это сегодня. I take it today. Я беру это сегодня. I take it today. Я беру это сегодня. Take it today. Беру это сегодня. I receive it. Я принимаю come это. On, drink it. Давайте пейте. Drink it. Пейте. He said,
My blood is drink. Он говорит, моя кровь. My body is food. И тело это You will eat it. Ты можешь You will drink это, it. Ты будешь пить это. Your soul will revive. Твоя душа взвит. So drink it. Eat it. Ешь. Drink it. Drink it. Eat it. И твоя душа будет жить. Say, Lord, I want to live. Скажи, Господь, я хочу жить. I want to live. Я хочу жить. I want eternal life я хочу now. Жизнь сейчас. Eternal life Вечную now. Жизнь сейчас. Ра-па-па. Eternal life now. Вечная жизнь сейчас. Now. Сейчас. Now. Сейчас. I want it now. Я хочу это сейчас. I want it now. Хочу сейчас. Now. Сейчас. Now. Сейчас. I want it now. Хочу сейчас. There's a river. Есть река. Of life. Жизни. Crystal. Кристальная. Pure. Чистая. Sparkling. Блестящая. Flowing out of the throne. Которая течет от трона. Flowing out of the lamb. Течет от Агнца. Makes the lame to walk. Которая делает хромые, и они ходят. The blind, the see. Слепые видят. I want you to come to the front. Я хочу, чтобы вы вышли наперед. Come on. Давайте. Станем здесь. Don't stand on the line. Не стойте на линиях. I want you to just find a spot. Я хочу, чтобы вы просто нашли местечко. Don't stand on the line. Не стойте на линиях. I want you to step up. Я хочу, чтобы вы вышли наперед. Вышли, вышли. Find a spot. Найдите местечко. Don't step on the lines. Не наступайте на линии. I want you to touch the line. Я не хочу, чтобы вы касались линий. Come on. Get away Давайте, from the lines. Отойдите от линии. I want you to step up, step up. Подойдите вперед, 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 вперед. Just find a spot. Найдите местечко. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Where's... Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. Be a little bit more on the microphone. Чуть громче микрофон. Hallelujah. Hallelujah. Want the band? Quickly, 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 quickly. Быстренько команду музыкантов. It's happening now. Это происходит сейчас. Eternal life. Вечная жизнь. I give to them. Я даю тебе. Eternal life. Вечную жизнь. Eternal life. Вечную жизнь. I and my Father. Я и мой отец. We are one. Одно. We are one. Мы одно. We are one. Jesus, the one with you, one with the Father.
Supernatural. And my Father, we are one. We are one. We are one. We are one. Receive it. We are one. Я его отец, одно. Woo!
You are the firstborn of all creation.
Иисус, спасибо тебе. Thank you, Jesus.